Вы знаете, когда помогаешь людям, здесь не думаешь о выгоде. Выгодно нам Крым или нет? Крым наш. И люди там наши. Они были брошены в свое время и ждали, когда их позовут обратно. Как можно об этом говорить? А налог, я считаю, очень правильный. И я вам объясню, почему. Только надо уменьшить еще налог с малоимущих. А люди, которые зарабатывают, они молодцы, но надо немножко сейчас поддержать и государство, и Крым. Поэтому я бы считала, что люди, у которых большие доходы, чтобы не требовали, как Ходорковский, деньги, а наоборот их давали.